Мы ездим там, где вам и не приснится. Эхо можно убрать чуть-чуть. Летим вперед, как пули на войне. Но для гостей и жителей столицы мы время жизни делаем длинней. Есть в каждой шутке, братцы, доля шутки. То, что скажу, понятно и козе. Париж-Дакар по имени маршрутка, где мчит Феррари с именем Газель. Всего за чирик, господи, так просто. Аттракцион почти что цирковой. Достигнем скорость, чтобы выйти к звездам, и полетим над шумною Москвой. По тротуарам, рельсам, меж трамваев, на красный свет держи желудок ваш. Для нас путей неезжих не бывает, а забашляют, въеду на этаж. Может, это кому-нибудь жутко, может, кто-то вздохнет, ох, боже мой. И летит над планетой маршрутка, как снаряд по свирепой прямой, как снаряд по свирепой прямой. Конечно, есть Монтойя и Шумахер, что жгут бензин в бессмысленных кругах. Но, как сказал наш Коля-парикмахер, в маршрутке им не светит нифига. Они, я знаю, сразу же заплачут, водилы наши, их ним не чета. Попробуй сам переключать одновременно передачи, крутить рулем и денежки считать. Пускай она снаружи вроде авто, но я скажу конкретно, пацаны, те, кто внутри, это космонавты, герои нашей радостной страны. Задрайте люки, лоб перекрестите, да дайте бабки, господи, спаси. Лети вперед, джедайский истребитель, вся наша жизнь маршрутное такси. Лети вперед, хлопаем, джедайский истребитель, вся наша жизнь маршрутное такси. Может, это кому-нибудь жутко, может, кто-то вздохнет, боже мой. Но летит над планетой маршрутка, как снаряд по свирепой прямой, как снаряд по свирепой прямой, как снаряд по свирепой прямой. Говорите громче, водитель глухой.